Всем привет, ребят, подписчики моего канала, с вами Тоха. Решил запретить, ребят, сегодня еще один обзорчик на пак польской техники. Техника небольшая, ну как типа наша МТЗ, тут от 30, от 40 лошадей и чуть больше. Вот такие, ребят, трактора, их очень много, ну как много, некоторые похожи, ну разные колес, марки, лошадиные силы, есть погрузчики два, тут немножко оборудования есть, бороны, один культиватор, вот это я не знаю, че отсюда, че отсюда, ну короче будет, и вот погрузчик есть, вот такой еще, ребят, прикольно есть фишечка, вот цепляется к трактору, и вот типа можете грузить, вот такой. Давайте, ребят, залезем в трактор, какой-то хотя бы один из них, видите, тут так, у каждого трактора свой салончик. Заводится, о, приборка работает. Тоже все. Вот такой у нас тракторец. Правда, анимации окон двери нету, ну вот так. Опа. Видите, кабина, ух, кабина, анимация кабины, видите, влево, вправо. Вот так. Получается. Убираются опоры. Вот, допустим, мы опускаем ее. Так. Опа, видите, опа, опустилась. Мы можем так, вот так, опа. Вот тут, наверное. О, не, не то. Так, а вот тут-то как хрень работает. Тогда как-то она расширяется. Посмотрим. Что-то она не расширяется. Я понял, конечно, ладно, ребят, кто поймет, кто-то разберется. Так. Так, ребят, давайте прыгнем. Вот тут другой салон, видите? Тут похожий салончик. Тут совсем другой салон, тоже. И звук другой трактора, ребят. Похож на наш ДТ-шек. Маленький такой. Ух, как питбуль. Польские трактора, ребят. У них тут есть и парочку бойцов посильнее, помощнее. Вот, допустим, вот этот. И да, есть без кабины, и есть кабины вот такой. Урус. Все, ребята, техника Урус называется. Вот. Ребят, идут погрузчики. И вот такие еще есть погрузчики к нему идут. Вон, получается. Выдвигается. Это маленький, есть подлиннее вон. Дела у одного. Видите, ну прикольно сделан. Ну такой типа. Он даже видно аккумулятор, вентилятор крутится. Рычаги анимированные. Вот так прикольно, ребят. Ну кому интересно, ребят, это играть. На маленьких картах, ребят, прикольно. Так, а эта техника себя продается, вот, трактора продаются в малых тракторах. Вот они. Вот, первый трактор. 80 коней. Собирается колеса тут, стандарт тянет. Двигателя ставится. Погрузчик крепится. Конфигурация, можно противовес. Потом, вот этот, 80. 103 лошади, ребят. 71, 51, 59, 51, 59, 56, 47 вообще, ребят. Ну, он и говорил, ребят, он с кабиной, без кабины. Можно даже поручик маленький подцепить. Основной цвет можете его звать красненьким. Цвет дизайна вот таким, вот такой маленький пуль-пуль. Ребят, такой, знаете, по тепличкам ездить такой.
там навозик, водичку подвести. И в средних тракторах есть тоже. Вот два штуки. Вот это 119 коней, можно подкинуть будет 136, ребят. Тоже погрузчик цепляется. 155. Колеса разные выбираются. Дурация. Тоже. И вот этот. Он, ребят, 119. Больше моторы к нему. Колеса только. И противовес. Потом, ребят, тут больше нету ничего. Потом у нас в этих в культиваторах есть. Ну вот. Ворона. Ворона. Трехметровая. Пятиметровая. И культиватор. 2,8, ребят. Потом у нас получается еще есть. А остальное все в погрузчиках. Вот погрузчики фронтальные. Вот она. Эта вещь. Подается к нему. Это грузит все, что можно. Сила свила. И такой лопата к нему идет. Это погрузчики. К разным тракторам. Свои погрузчики. Это пошли вилы, лопаты, поддоны, ковши, так же само. От разного веса. Вот так, ребят. Что, ребят, этот мод, ссылочка будет в описании, ребят. Кому понравился мод, скачиваем, ребят, пользуемся, кому нравится такая техника. На этом, ребят, все. Новых обзоров. Качайте мои моды. Там что я делал, сборочки, есть дополнение к этим модам. Всем еще раз спасибо, всем пока.